мои друзья! Сегодня я хотела бы вам показать, как сделать соску из воздушных шаров для встречи новорожденного малыша из роддома. Для работы нам понадобится насос для воздушных шаров, один 12-дюймовый шарик, один длинный шарик для моделирования ШДМ и 4 5-дюймовых шарика. Наполняем воздухом 12-дюймовый шарик. Спускаем немного воздуха и завязываем хвостик. Теперь наполняем воздухом 4 5-дюймовых шарика. Связываем их по два. А затем соединяем в четверку, меняя соседние шарики местами. Наполняем воздухом длинный шарик для моделирования ШДМ. Завязываем хвостик. И убираем излишек длины. Связываем концы шарика между собой. Получится колечко соски. Привязываем длинный шарик ШДМ к 12-дюймовому шарику. Осталось прикрепить четверку. Обязательно поменяем соседние шарики местами для обеспечения надежности конструкции. Вот и все. Соска готова. Легко и просто. Сделай сам. Желаю всем хорошего настроения. Пишите мне, дорогие друзья. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка-клоун.